Посмотри, тут могут крысить. Понял. Заходи. Ой, вот это с твоих слов везде крысят. В какую? Типы! Вот в эту. Это бот. Ух ты, розовый, прикинь. Да ладно. Что у него было? Ух ты, образец, забирай. Да пускай будет. Так, самый интересный вопрос. Ты письмо брал? Жека, привет. Привет. Так, ребятки, мы идем на черную комнату. Никаких длительных вступлений, как это было в прошлых роликах, они меня тоже бесили. Все максимально по бырику. Идем в черную комнату, она так... А, черная дверь. Черная дверь. Да, черная дверь. Если нас, естественно, не развалят. Я думаю, так намного лучше, когда без вступления в меню на 7 минут. А сходу идем и делаем контентик. Если да, то лайкос. Ой, брат, по нам уже стреляют. Да? Да. Это бы ты. Жека, я уже про. Тут желательно от первого лица, Жень, забегай. Я тоже уже в этом шаре. Я не знаю, где находится черная дверь. Это Жека знает, где находится черная дверь. Поэтому я бегу за ним. Что делаем? Поехали. В чате писали, надо на ноге бежать. Чтоб не развалили. Ну да, иногда надо и на ноге бежать, но мы здесь. Тут главное не врезаться, понял, ватушнягу? А чё? Слышно сильно. А-а-а. А вот сейчас можем и на ноге пробежаться, на всякий случай. Слышишь, а где эта дверь вообще находится, хоть пример? А, все, понял. А метка на карте. Ага, я понял, я понял. Это хорошо, что ты понял. А прицел какой у тебя? Шестерка. У меня ноль. Так, а слышишь, типа, если там контролят, ну это же ГГ. Ну да, ну мы плохо заспавнились. Да. Мы дуо против соло, брат? Да. Угу, у тебя персонаж ну, тулит. В принципе, слышишь, мы можем здесь даже подождать немножко, чтобы они на радийку свалили. Давай так и сделаем, давай. Давай. Я даже вставлю сейчас вставочку, few moments later. A few moments later. Ты думаешь, уже все, да, Жека? Да, я думаю, что да. Без оружия, так смело. Ну-ну. Ну, конечно. Ну, хорошо, что ты первым бежишь. А что может быть в черной двери? Ты заходил уже хоть раз? Да. Да, пару раз было. Когда еще играл. Но у тебя персонаж мега быстрый. Да. Таланты. Вот тут в основном, брат, слева крысят, типы. Ага. Сверху, там, на ступеньках. Ага, да, интересно. Меня китаец когда-то закрыл оттуда. Я чуть не обосрался, если честно. Бывает, бот выстрелит и руки не имеют. Да. С ботом это жиза. Направо? Нет, справа закрыто. Ой, ёптель-моптель, как долго туда бежать. Так, погоди, куда мы? А здесь не залутано, слышишь? Здесь может быть фаерган. А почему мы идем не на твою метку, алё? Тут аж лабиринт. А, я не знаю, кстати. Жека, ты шо? Я туплю, брат. Вопросов нет. Я просто сюда бежал проверять флайерган, брат. А, красава. А что с двери можно вызвать флайерган? Не, с ящика, брат. Не, это я понял. А запустим мы его где? Есть типы! Ты шо? Ну все. А вот охранник. Жека, там походу один тип. Горит? Да. Лучший. Что, лучший. Стой. Красненьким горит. Бегу, помогаю. Что ты? Шестой, брат, кобра. Я помогу тебе. Я положу его в рюкзак, пускай будет, знаешь, там лишним не будет. На всякий случай. Да, пускай. А я говорил, что здесь крысят. Вот тут в основном, брат, слева крысят, типы. Ага. Сверху, там, на ступеньках. Ага, да, интересно. Меня китаец когда-то закрыл оттуда. Я прозрел только что. Как туда пройти? Вот сюда. Нет. Или да, я не знаю, я сюда ни разу не ходил, кстати. Вот это пранк. Да так увеличь карту, ты что, прикал? Нам назад.
Вот, вот сюда нам. Вот это пошли на дверь. Говорит, без меня на черную дверь не иди. Я теперь понял, почему. Подписчики писали, что ты хочешь подрезать там весь лут. Не-не-не, брат, никогда. Чтобы я... Подожди, я запускаюсь. Давай, я тоже. Не, ну китаец, да, такой. Да, я думал, там фулл пачка, аж страшно стало. Ну потом, да не бойся, я с тобой. Я профи по метро. Понял, профи по метро, одно слово цельное. Посмотри, тут могут крысить. Понял. Заходи. Ой, это с твоих слов везде крысят. В какую? Типы! Вот в эту. Это бот. Ух ты, розовый, прикинь. Да ладно. Что у него было? Ух ты, образец, забирай. Да пускай будет. Так, самый интересный вопрос. Ты письмо брал? Я нет, ты брал. Открывай пока это. Как его открыть? Давай, я пока здесь. А, все просто. Два слитка золота, хорош. У тебя два слитка золота, хорош? Да, 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 да. Так, а где тут лута? Объектив, прикинь, за 112к выпал. Да ладно. С ящика с Галимова. О, один ящик тебе маленький, другой мне, и один большой. Нет, все твои, твоя... АМР положить в рюкзак. Я просто... Нет, ты сам открывай. Хорошо, да, я чтобы показать, что здесь есть. А ты говорил, что еще одна, да, дверь есть? Да, есть еще одна на радейке, но это уже следующий открой. Ой, мне чего себе! Слиточек золота. Это хорошо? Я сразу сюда. Этот, Следующую дверь мы откроем на следующем видосе. Да, давайте, пацаны, по-нормальному. 3000 лайков именно под рубрикой с дверью, и мы открываем следующую. Так-то будут выходить видосы? Ну, наберем, сразу же снимаем. Я эту не покупал. Можно же письмо это покупать, да? Нет. Я выбил Степа его. Ракетница! А, ну вот такой себе. Забираем, да? У меня радки нет. Да, ракетницу забираем. И погнали, подлутаемся, может. А где мы еще будем лутаться? Сверху. Ну, погнали. Я все равно... Ты слиток закинул? Да, я слиток... Сейчас закину еще такое поценнее образец. Детектор. И процессор, конечно же. Итого 1,4 ляма. Я не помню, какая начальная была. Но нас же уже ждут принимать где-то, брат. Ну да. Давай лучше через правый выход. О, да-да-да. Давай подлутаемся еще. Вот тут ящик был. Да, напишите, что вы носили. О, 48к. Напишите, что вы носили вы из дверей. И из какой больше всего. Черная, красная, какая есть еще? Желтая. И белая. О, ну белая, по-моему, на первой карте она самая. А черная это самая топовая? Да. О, ну все, тогда... Типы есть на радейке, чтобы ты понимал. Будем... Если вагонетки стоят, значит уже есть. И значит нас уже могут... Нас же... А выход там. Слышишь, а что мы делаем? Можем по прямой побежать и выйти сюда. Куда? Ну да, пошли. Давай только я первый. Погоди, а куда ты побежал? А ты хочешь на тот выход прям? Ну да, я думал назад. Я думал... Ну хочешь пошли туда? Пошли. Я просто не понимаю куда. Не, я думал да. По прямой, понял, бежать. Да выйдем сейчас, короче, подлутаемся. Давайте, ребят, вы пока напишите в комментах то, что лутал. 3000 лайков набираем под видосом. Ну и в комментах напишите, хотите ли вы видеть продолжение черной двери или нет. А мы пока выбежим на улицу. О, еще ящик есть. Еще ящик есть. Тысяч. Три ящика. Был неплохой. Три ящика. ЖК. Тут пусто. Разрывные пятерки. А, еще один. Еще. Ого. Значит, босс закрыт, Джека. Или он респавнится тут тоже? А я не знаю, брат, насчет этой карты я не знаю. Возможно, респавнится. Ого, еще 5 ящиков. Да ты шо? Да тут замес был неплохой. А, это... Лучше бы мы пошли сюда, а не на черную дверь. Ну да, тогда экшен бы был. Так. Ну, ты понимаешь сам, что тут изи. Конечно. Мне просто интересно, в радейке намного больше лута в двери или нет? Да, конечно. Да? Надо было туда бежать. Не, Жек, тут все... А у меня нет ткани. И у меня нет ткани. Надо купить, а потом... Рюкзак 4, шлем 4 положу. Давай.
Так. Вот здесь можно еще немножко подлутаться, здесь ящики закрытые. Но я бы такой бы, чтобы где-то типочков бы. Так я бы тоже за это. А где мы их найдем? Они на радейке, скорее всего. Да, можем закрыть радейку. Да не, ну кресить это такое, в соло, да. Кресить нет. В соло против сквадов, да, соло против соло, не. Ну вот я думал просто много, и подписчики со мной согласились о том, что в соло против сквадов кресить можно. Ну типа, ты один, и ну, да. Если ты сможешь четверых подкресить, то это ты уже скилловая крыса, если они вчетвером тебя да. не смогли развалить. А в соло против соло и сквады против сквадов кресить, это, конечно, бред. Не, ну просто тут понятно, что... Ой. Ух ты. Вот в такое время, да, хочется закрысить и ползти с лутом, но... Че, будем искать типов? На школу? Да я бы такой бы, чтобы, да, пробежался немножко. Пошли на школу. Погнали, да, потому что что-то... Экшена хочется. Не-не-не, но да. Ну, по сути, если цель была вынести... то мы бы сейчас могли на выход и вынесли бы все. Но хочется экшена. Для видоса. Если бы не для видоса, я бы уже вышел. А есть буст? Да. И не... Что-то. Спасибо. Жека, по-моему, тут... Типы? КЗ. Нет. Вот. Братик, я бегу. Бот. Так. Дальше. Может, реально на школе? А тут вот тоже коробка закрытая. Закрытая или открытая? Закрытая. Ну. Это... Ух ты, я что, не обосрался? Батазавр. Да. Что здесь у нас? А ящик, ничего себе. Сейчас смотри, чертеж высокого качества. Сколько он стоит? 90 тысяч. Нет, нифига нету. Погнали дальше на школу. Погнали. А прикинь, если сейчас типы выйдут с радейки. А че у меня тачка отмечена, слышишь? У меня тоже, это вагонетка. Я просто шарю в метрохе. Понял. Я ж уже, ну как бы. Не первый день играю. Конечно. Так, ну на школе КЗ. На школе уже были типы. Откуда ты думаешь? Клубок валяется. Ботов убили. А, да. Все боты убиты, к сожалению. Да. Блин, а мне в комментах сегодня писали, респавнится, ну там на тех картах респавнится. На той, что я играл. А на этой... Это я знаю. КЗ. А здесь ящики закрытые. Так, лопаем. А может... Отсюда... Мне АМР-ка вот та золотая кобра выпала с маленького ящика. Реально? Да. И то на краю карты вообще. В дебрях. Офигеть. Вот здесь. Смотри. Вот там, по-моему, или здесь. Короче, где-то в таких маленьких домиках. Да, тут все закрыто. А может здесь тоже что-то выпасть из таких кейсов, да? Нормально, да? Вот и... Смотри, да. О-о-о. 96 тысяч. Опреснитель воды. Тоже норм. Не, я здесь и груду золота находил в ящике, по-моему. А груда золота сколько? Это два слитка сразу в одном. Два в одном. Найс. Ага, желтая дверь теперь знаю где. И красная, и желтая, знаю, и черная. Ну тут где босс был, тут уже все открыто, брат. Да? Не все. Ой-ой-ой, тут три ящика закрыты. Ничего. Фигня. Локер. Так если бы еще что-то падало.
Опреснить. Хочешь типов? Ну. И у меня флайерган. А, так у меня тоже флайерган. А, так реально. Давай здесь вызовем два флайера. И не только так, чтобы если что, чтобы мы могли свалить. Сверху вон там у тебя. Давай тогда стой. Давай ты вызывай свой на крыше вот здесь. Или он не четко прилетает? Четко, прям четко там, где ты вызвал его. Четко? Ну тогда сейчас... Тут бронежилет четвертый нужен? Да не. Уже не. Четвертый рюкзак. Ну ты в сумку и продай, брат. О боже, это боль. А, это по тебе. А где мой флайерган? Ага, есть. А это может быть... А, есть? Да, я думал, в прошлой катке. А как его поставить? А, снаряжение. Я вот тут подальше запустил. А я здесь на крыше запускаю. Ну да, 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 да. Слушай, ну если... Извини, если реально сейчас придут. Это удача будет. Я говорю за то, что если бы у нас была возможность поставить стенку, то это оберегало бы от крыс. Вот когда тебя контролят, быстро да. Поставил стену. Ну или урон, чтобы дольше проходил, потому что хоть и шестая броня, бывает, сбривают очень быстро. Хоть и отремонтированная она. Отремонтированная? Угу. За сколько АМР убивает самая крутая? С одного попадания? Не, по-моему, не ваншотит. А. Ну, должна же быть какая-то пушка, которая ваншотит. Или только в голову? Ну, КЗ. Напишите в комментах, ПЖ, эксперты. По ваншотам. Кто-то вызвал. А, все, надо. Да, видишь, на радейке вызвали, блин. Да. Поэтому сваливаем, да? Да. Ну, let's go, посмотрим, сколько удалось чистой прибыли вынести. Так. Смотрим. Как-то долго смотрим. 746 тысяч, да? Понты. Я 498, а что я такого вынес? Так я лутал всю черную дверь, а ты нет. Ну да. Ребят, напишите в комментах, пожалуйста, реально, сколько, только по-честному, сколько максимум выносили из черной двери. Просто мне кажется, что это очень и очень мало я вынес. Ну, что сказать. Всем огромное спасибо за просмотр. 3000 лайков под этим видео, когда соберется, сразу же будет продолжение рубрики «Черная дверь» и пойдем выносить уже на радейки. Всем пока, ребят. Жека, пока. Пока-пока.